Что стало с Юрием Гальцевым, юмористом из «Аншлага»? Юрий Гальцев – российский артист эстрады и клоунады, пародист, актер театра и кино. Его яркое комедийное дарование было неоднократно отмечено метрами жанра. В свое время Юрий Николаевич стал единственным артистом, удостоившимся на фестивале «Море смеха» в столице Латвии Кубка Аркадия Райкина из рук самого Михаила Жванецкого. Сегодня он не только радует поклонников новыми миниатюрами, но и руководит театром эстрады в Санкт-Петербурге, где также выходит на сцену, преподает в театральном вузе и снимается в кино. Юрий Николаевич продолжает выступать с концертами, а также часто появляется на экранах, став звездой российского телевидения. Артист постоянно предстает перед зрителем в разнообразных амплуа, непрерывно радуя публику умелой игрой. Концерты, видеовыступления, бенефисы и монологи Гальцева по-прежнему актуальны. Вместе с артистами театра эстрады пародист выходит на сцену в спектакле «Играя Фигаро» и «Мнимый больной». В 2018 году с участием комика на экране вышел музыкальный фильм «Один день лета». Оставаясь востребованным актером кино, Юрий Гальцев сегодня работает над ролью директора школы в биографической киноленте «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», которую планируется выпустить в прокат в 2019 году.